Годи, годи юности, я улицей заречной, и на тихой улице совсем я узнаю. Я вижу, что на передом стени. Светилась падая ракета, как догоревшая звезда. Кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда. У незнакомого поселка на безымянной высоте, знакомого поселка на безымянной высоте. Я даю прямо сейчас указание от имени совета директоров, управляющей, сделать все максимально льготно, но если не все бесплатно, то практически бесплатно, потому что а кому еще делать эти подарки, если не, так сказать, тому коллективу, с кем мы вместе работаем. Вот. Хоронили бандита, хоронят, и на поминки сели, знаете, да? И зам, который остался на хозяйстве, говорит, ну что, говорит, парни, пацаны, говорит, у нас классный был командир, он делил добычу поровну, он детей не обижал, стариков всегда одаривал, поэтому пусть земля ему будет пухом и светла ему память, ну и чтобы два раза не вставать и за баб. Тастующий пьет одна, остальные как тастующие. На этом я официальную часть заканчиваю, и я буду отдыхать. Не против? Нет. Спасибо. Никогда мы не делали. Владимир Иванович Косенков, тоже полковник.
нефтяной компании «Петро». Поэтому давайте послушаем, что скажет новый директор строительной компании. Коммерческому отделу приготовиться. Начальник транспорта. Дорогие товарищи, уважаемые дамы и господа. Сегодня на уровне закрывается. О! Зелененький прикол. Да.